Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Пришли мне монеты из города Зеленоград. Это монетки я купил на аукционе мешок, как часто я делаю. Потому что там и моя площадка есть, тоже кое-что выставляю. Первым классом выслали. Вот такая упаковочка. Тоже двойной скотч. Так, как нам тут лучше? Вот так, наверное. Видите, как и фольгой здесь запечатали. Для чего фольгой, я до сих пор не пойму. Наверное, чтобы что-то не просвечивалось. Хотя для монет, ну, вот эти вот дела все. Пупырчатая штука, она, в принципе, я думаю, не нужна. Сейчас мы вырежем. Сейчас разделаем тушку. Тушку разделаем. Будем смотреть. Ну, тут я приблизительно уже знаю, что я же заказывал. Поэтому я должен знать. А вам я сейчас покажу все это дело. Это заказ я сделал для моего брата. Он коллекционирует президентов Соединенных Штатов Америки. Это последние президенты, которых у него нет. Поэтому я заказал, ну, у меня опыт есть заказывать, поэтому я заказал для него эти монеты. Так что, если смотришь, принимай. Вот я только не пойму, 39-й президент, он вышел или нет, или как-то он живой, или его пропустили. Я вот смотрю, 39-го президента. Я никак не нашел, не смог купить. Ну вот она, видите, красавица. Опс. А я же забыл, что здесь это монетное расположение аверса к реверсу. А когда вот так вот одинаково, все это медальное расположение. Поэтому это монетное. Ну, в Штатах так и происходит. Так, сейчас я возьму лупу, мы посмотрим, какие здесь президенты у нас. Ну, все последние я взял, не сказал, на чем остановились, я забыл, правда. Так, один момент. Видно вам, да? Видите, 38-й президент. Джеральд Форд. Я тут не по порядку, наверное, буду смотреть. Так, это у нас 35-й президент. Все его узнают. Конечно, знаменитый был президент. Это Кеннеди. Джон Кеннеди. Это Ричард Никсон. Это
37-й по счету президент Ричард Никсон. Вот между ним и 37-й, 38-й, вот 39-го что-то, не знаю, надо посмотреть по Википедии или по выпуску Америки. Это Джордж Буш старший. Это у нас 41-й по счету президент. 40-й это Рейган. Мы его все знаем. А артист, актер, бывший голливудский Рональд Рейган. Ну, нормальный был президент. Америка выбирала, Америка при нем и жила, как говорится. Линдон Джонсон, 36-й президент. Ну, естественно, все президенты были выпущены, каждый в своем году выпущены в оборот. Ну, вот такая подборочка. Ну, естественно, они новые, без пробега, без хождения. Вот поедут они к брату. И по ходу дела я занимаюсь монетками по годовкой Соединенных Штатов. Тоже ввязался, работа трудная, много там их, тысячи монет разных периодов. А 2011 год, буковка вот она, П, я ее заказал, потому что у меня ее не было. По годовке были просветы, пробои, так сказать. Тоже П 2015 и П 2009 год. Вот это все с почтой мне обошлось всего 900 рублей. Вот альбомчик я взял, где я держу погодовку. Это альбомчик вообще-то больше подходит для евромонет. Но евромонеты у меня в других альбомах, больших, с картинками. Вот он, видите. Здесь вот написано, что USA 5 центов 10 квотер и доллары. Какие выпускались. Ну вот видите, это... эти центовики. Тут и в этом еще альбомчике, в другом это. Типа юбилейных. Разные, по 4 монеты, разные монетные дворы, пятачки. Это новый вид сейчас такой, 5-центовых монет. А вот пошли даймики, это 10 центов. Видите, погодовка разная. Вот туда-то я их и взял добавить, потому что по каталогу в телефоне я отмечаю, какие года есть, какие монетные дворы. И вот увидел там по ходу, что монеток некоторых у меня нет. И приобрел. Да, ну здесь не все, конечно, года, и сами понимаете, что там нужно. Это квотеры, погодовка. Это квотеры, там не прекрасная Америка, не обычная. Вот монеточки долларовые. Ну вот, все, пока, всем до свидания. С вами был Олег с канала Деньги Мира, Олег и Ко. Пока-пока.